Добрый день! С вами Промэлектрика. Требуется энкодер для умного станка или комплектуете лифтовое оборудование? Предлагаем энкодер в корпусе 58 мм. Главными преимуществами этой серии являются эксплуатация при температуре от минус 40 до плюс 100 градусов, широкий диапазон программирования основных параметров, возможность замены вышедших из строя энкодеров других производителей в 80% случаев. Технические характеристики. Алюминиевый корпус литой под давлением. Сквозной полый вал 12 миллиметров. Осевая нагрузка вала около 40 ньютон. Радиальная около 80. Разрешение 100 импульсов на оборот. Рабочая скорость до 12 тысяч оборотов в минуту. Энкодер имеет фланцевый 3 мм и винтовой 4 мм крепежи. Присоединение. Экранированный кабель 1 метр. Выходной сигнал. HTL Push Pull используется в схемах с напряжением от 8 до 30 вольт постоянного тока. Рабочая частота ограничивается 160 кГц. Длина передающего кабеля может быть более 200 метров. Эта информация будет полезна скорее разработчикам при замене сгоревшего, когда важно учесть все параметры. Степень защиты IP65. Корпус пыли непроницаем и защищен от струй воды. Современные технологии ведут к унификации комплектующих. Энкодеры нашли свою идеальную форму. Мы подбираем корпус, диаметр вала и настраиваем необходимые для вас параметры. Выходной сигнал HTL или TTL, количество импульсов наоборот, инкрементальное направление импульса на 90 или 180 градусов и другое. Актуальная стоимость и дополнительная информация доступны по ссылке в описании.